Так, сейчас посмотрим, сколько у меня денег на карточке осталось. Так, налички, по-моему, совсем нету. Нужно заплатить за интернет. Так, еще 3 дня ходить в магазин. Ну, по-моему, хватит. Мам, что ты делаешь? Кать, да просто считаю, сколько нам нужно еще денег до конца месяца. А, ясно. А чем так вкусно пахнет? А, это я борщ сварила. Дети, идите, кушайте. Ух ты, классно. Спасибо, мам, люблю борщ. Мам, а что, у нас сметаны нету, что ли? Как нету? Вчера была целая банка. А может, я не нашла просто? Где она стояла? Она стояла вон на той полке, только ее сейчас нет. Я ее вчера с сахаром съел. Целую банку умял? Там же 400 грамм. Ой, я не знаю сколько, я не смотрел, просто она такая вкусная была. Ага, а теперь борщ. Невкусно, без сметаны кушать. Я не буду тогда. Так, непредвиденные расходы. Ну ладно. Кать, если ты хочешь борщ со сметаной, сходи тогда в магазин, купи банку сметаны. Можешь еще батончика захватить. Я без сметаны не буду. А пусть не ест тогда, я с мазиком все съем. Только попробуй, сметаны тебе не хватило, что ли? Мама, проследи, чтобы этот проглот оставил мне хотя бы тарелку. Я пойду за сметаной. Не проглот, а быстро растущий, требующий много энергии организм, ясно? Я примерно так и сказала. Проглот и обжора. Мам, не давай денег, она обзывается. Так, где тут мои тапочки? А, вот они. Кать, ты уже собралась? Вот, держи карточку, я тебе дам. Купи банку сметаны и батончик. Да, мам, сейчас ботинки одену и пойду. Давай карточку. Ага, вот, держи. Я ушла. Да, Кать, хорошо. Ой, забыла ей сказать, чтобы она ничего лишнего не покупала, денег впритык. Ну, хотя это Катя, она и так не должна ничего лишнего купить. Так, сметана там, где молоко в холодильнике. О, вот же она. Так, сметану взяла. Что-то еще? А, батон мама просила, точно. Так, батон у нас где? О, вижу. Ой, а это что-то такое классное. Это же гирлянда, которую я давно хотела повесить над диваном. Вау, какая она классная. Я куплю ее, наверное. Я маме давно говорила про нее. Поэтому она ничего не должна сказать против будет. Просто я до этого ее нигде не видела. А так мне почти разрешено было ее купить, если найду. Круто, как же классно, что я тебя нашла. Так, поехали за батоном. Сейчас приду домой, покушаю и буду развешивать. Опять роутер, что ли, подвисает? Куда-то интернет исчез. Макс, что случилось? Да, мам, интернета что-то нет, вот роутер перезагружал. Ой, погоди, я же забыла заплатить. Сейчас я оплачу тариф, и интернет будет. Ой, как недостаточно средств. Так, я же только что все проверяла, были там средства. Давайте попробую еще раз оплатить. Нет, недостаточно. А может, они подорожали, эти интернеты? Даник, может быть, но нет, 800 рублей все так же, я же вижу. Сбой какой-то. Может, у банка что-то, сейчас подождем немножко и еще раз попробую оплатить. Мам, я пришла, все купила, пойду гирляндочку развешаю. Кать, а что это у тебя там такое классное? Дианка, ты можешь мне помочь? Я гирлянду искала, помнишь? Я все перерыла, нигде ее не нашла. А тут иду по магазину, вот она. Сейчас ее развесим и будет очень круто смотреться. Ух ты, здоровская. Потом тоже у мамы такую попрошу. Ну что там, мам, давай пробуй еще раз. Да, Макс, пробую ее, не получается. Сейчас посмотрю список покупок. Может, что-то списали у меня? Может, я про что-то забыла? Так, покупки в магазине. А куда она так потратила столько денег-то? Катя! Ладно, повешу попозже. Что, мам? Да я смотрю тот список из магазина, а тут какая-то гирлянда за 2500 рублей. Это что такое? А, мам, забыла тебе сказать, это та классная гирлянда. Помнишь, я просила повесить над диваном? Вот так я ее нашла и купила. Сейчас повешу и всех позову посмотреть, как она выглядит. Круто, Катя. Только немножко не вовремя. У меня денег было только-только впритык. До приезда папы с работы с зарплатой. Ой, мам, я не знала. Катя, ну ты с ума сошла? Ты всю семью без интернета теперь оставила. Ты мне сейчас будешь мультики показывать? Или как я игру буду запускать? Макс, да я же сказала, что я не знала, что денег не хватает. А эта гирлянда, это такая редкость. А ты знаешь, какая редкость в 21 веке без интернета сидеть? Ну, Катя! Макс, ну ладно тебе, раньше как-то жили без интернета, и никто не помер. Уроки пока поделай, ну или погулять сходи, сегодня шикарная погода. А я что-нибудь придумаю, сейчас папе позвоню. Ой, а почему мои любимые мультики не показывают? Потому что твои любимые мультики по смарт-ТВ. А смарт-ТВ не работает, потому что интернет не оплачен. Поэтому переключай карусель и еще какой-то канал был с мультиками. Пока только они. Простите, уж так получилось. Ну ладно, телек поваляюсь, посмотрю. Ой, а чего?
У нас же без антенны телевизор с Даником. Смарт-ТВ. Оно тоже от интернета все. Вот и приехали. Хоть книжку читай теперь. О, ха, так у мамы в комнате же телевизор с антенной. Вот пойду тогда туда смотреть. Ну вот. Расселись уже. Ну двигайте попы. Я тоже хочу что-нибудь посмотреть. Макс, садись на полу. Все занято уже. На полу? Ага. Сейчас, сами идите на полу садитесь. Мама, ну двигайтесь. Макс, да вон на кровати сколько места еще. Садись. Дева, тут? Тут мне за Катей ничего не видно будет. Ну, вон там, с краю, за Дианой. Все козырные места заняли, а мне или на полу, или с краю, или за Дианой. Не видно там ничего. Во, так отлично видно будет. Ха-ха, круто. Макс, ты обалдел? Так нам ничего не видно, уселся. Давай двигай свою качель вон туда, к стене. У стены тоже ничего не видно. Макс, ну ты чего, обиделся? Иди, мы подвинемся, ну, есть тут место, ну ты чего? Ой, мам, да пусть обижается сколько угодно. Так, пилу я нашел, а молоток и отвертки вроде на балконе были. Сейчас Макс сделает себе супер место для ТВ. Так, все, товарищи кинолюбители, рекламная пауза, давайте освободите территорию. Макс, ты не можешь нас выгнать, мы тоже здесь смотрим. Я ненадолго, только на рекламу, сами увидите, я кое-что придумал, чтобы места хватило всем, и смотреть было удобно, а не сбоку. Ага, слушайте его больше. Сейчас разляжется на кровать и больше никому не даст смотреть. А спорим? А спорим, что нет? Ой, ладно. Иди, если займешь мое место, ничего страшного, я другое найду. Тем более все равно реклама, пойду чай попью. Макс, а можно я тут останусь? Ладно, Даник, ты легонький, ты не помешаешь. Ух ты, куда это мы поехали? Сейчас узнаешь. Так, матрас положил, подушку тоже. Тут даже в полный рост встать можно. Отлично получилось, все правильно померил. Ой, Макс, что это такое? Сейчас, Даник, еще раз на диванчике прокачу тебя и узнаешь. Поехали, поехали, поехали. Ух ты. Ой, я в домике, а здесь круто. Только я так ничего и не понял. А где кровать мамина, где она будет спать? Где-где, Даник, вот тут, наверху. А мы здесь, все вместе, на диване будем смотреть кино. Макс, можно возвращаться? Ой, а чего так много места-то у нас стало? Это что такое? Макс, что ты сделал? А я сделал так, чтобы всем было удобно. Мы будем внизу на диване, а ты вверху на кровати. И папа там. Слушай, идея неплохая, у нас достаточно высоты, чтобы так сделать. Ну-ка я попробую прилягу на новую кроватку. Классно. Макс, как ты до этого додумался? Это же здорово. Ого. А что это такое, мам? Как ты там? Катя, не поверишь, очень классно. Иди сюда, сама проверишь. Ух ты, реально классно. Мам, я тебе не мешаю смотреть телевизор? Нет, Катя, я все вижу прекрасно. Ну вот, все уселись, реклама закончилась, можно смотреть. Так, а мне теперь голову ломать. Что еще сюда можно поставить? Здесь так много места, хоть танцуй теперь. А я вот кое-что еще подумала. Раз здесь мы будем все вместе, значит и гирлянду нужно повесить здесь. Будет общее. Круто, Кать. Давайте на следующей рекламе ее и повесим. Ой, мам, тебе папа что-то звонит. Макс, подай, пожалуйста, телефон. Алло, Саш, привет. За интернет заплатил? Спасибо, да не рассчитала просто, ага. Сегодня приезжаешь уже? Отлично, для тебя будет небольшой сюрприз. Не скажу, так неинтересно. Да Макс тут такую штуку придумал. Нет, хорошую. Да, давай, все, до встречи. Дети, разбегайтесь по своим планшетам, ноутбукам. Папа интернет оплатил. Не, я не хочу пока. Мы тут с Катей будем гирлянду вешать, а потом кино досматривать. Точно. О, как раз реклама. А вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Даринелка ТВ и смотрите новые, самые интересные серии. Пишите в комментарии в сообществе, так лучше, или оставить как было.